Артем Алымов, страховой агент нашей студии. И Артему сейчас мы с Иваном будем задавать вопросы касательно того, как оформить страховку на автомобиль. Вот мы уже ранее говорили про ОСАГО, сейчас мы хотим с вами поговорить на тему КАСКО. Угу. Да? КАСКО, вот это шлем, мы узнали, что это защита, оказывается, это не аббревиатура, никак не расшифровывается, это вот некий термин, который пришел к нам уже с древних времен. Так вот, какие существуют КАСКО сейчас, какие виды существуют? Ну вот КАСКО, то есть если в целом, это добровольное страхование. Угу. То есть на сегодня это добровольное страхование автомобилей. То есть ты сам страхуешь свой автомобиль от различных повреждений. И тут не обязательно именно ДТП, столкновение с чем-то, да, с кем-то. Это может быть падение дерева, это самое частое, камень попал в стекло, или там сосульки упали с крыши и так далее, да. Угу. Ну, то есть очень много случаев, сам человек в бордюр врезался. То есть вот это все, это как раз покрывается каской. Конечно, есть... угон туда входит автомобиля. Если сосулька упала, то по ОСАГО ничего не получишь? По ОСАГО нет, то есть стандартно нужно либо с управляющей компанией судиться, если там есть, соответственно, да, кто отвечает. Хозяин. А, да, хозяин дома и так далее. А если некому предъявить, то, соответственно, и не с кого спросить. Ну, а если в случае, если у тебя застрахован КАСКО, ты обращаешься в страховую компанию, и тебе что, тебе возмущают? Да. Возмещают полностью? Ремонт. Ущерб. Чаще всего это отправляют на ремонт. Если машина дилерская, свежая, на гарантии, то отправляют к дилеру. Ну, так всегда было. Сейчас немножко посложнее с дилерами, потому что запчастей нет. Но ремонт спокойно делают, поэтому, да. Если причинение ущерба сильное, и машина восстановления не подлежит, такое тоже заранее прописывается? Да. Или это тоже входит в стоимость? Это прописывается в правилах в каждой страховой компании. Ну, это примерно от 65 до 75% стоимости автомобиля. Ну, например, 10 миллионов стоит, да, если там на 8 миллионов повреждений, то нет смысла восстанавливать этот автомобиль. Компания признает, называется тотальная гибель, то есть полная гибель автомобиля, и выплачивают тогда полную стоимость. Ну, 10 миллионов человек выплачивают, сами машину эту забирают и дальше либо по частям утилизируют, либо восстанавливают, дальше уже там сами как решают. Стоимость автомобиля получается? Это рыночная или это... Откуда берется цифра? Да, значит, есть несколько вариантов. Ну, самое простое, это когда человек в автосалоне купил, цена понятна, цена покупки, да. Дальше, если уже несколько лет прошло, то смотрят. Либо смотрят среднерыночную стоимость, сколько на рынке стоит просто по сайтам, по региону, либо даже по другим регионам смотрят этот автомобиль. Это первый вариант. Второй вариант – это износ. Например, он купил за одну сумму, каждый год премиум машины. Амортизация. Да, амортизация. 15-20% в течение года теряют, ну и, соответственно, получают. Но сейчас правила эти уже не работают в плане амортизации, потому что цены выросли и чаще оставляют прошлую стоимость. Скажите, вы сказали, что смотрят среднюю цену, там, сравнивая с другими регионами, но страхуем-то мы в Красноярском крае. Страхуем, да, в Красноярском крае. В Москве крае. Не могут быть как дороже, так и дешевле. Это же немножко нелогично. Да, 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 сложно. Сейчас сложнее стало. Раньше было четко по Красноярску смотрели, но когда машина просто... Бывают же редкие автомобили, и ну, нету в Красноярске одна-две, тогда приходится смотреть по всей России. По своему опыту, каждый раз, когда оформляю ОСАГО, есть еще дополнение такое к ОСАГО, это от тех, у кого нету полиса, да? Ну, да? То есть если тебя... врезались, и у этого человека нет, и он тоже виновен, каска. Да, то это, ну, такая мини-каска, как это называется, да. Вот у меня цена не уменьшается рыночная. С чем это может быть связано? Вот в этих мини-каска там заложена конкретная сумма, то есть она там не уменьшается. Это франшиза называется? Нет, нет, нет. Это другое. Мини-каска, грубо говоря, это вот взяли каска и урезали его прямо до самого минимума, да, чтобы оставить только самое нужное. И чаще всего самое нужное – это защитить себя от других автомобилей, которые не застрахованы. И тут чаще всего на 400 тысяч страхуется машина. Это эффект не зависит как, ни как от вот чего. Как вот по ОСАГО, также. То есть суть в страховой компании суть какая? Компания застраховала ваш автомобиль, и если что-то происходит, соответственно, она вам выплачивает, а дальше уже судится с этим виновником. И с виновником судится вот в рамках этих 400 тысяч. Дороже можно застраховать, но, соответственно, полис это будет... Это уже не мини будет каска. Да, вернемся к каска. Было раньше принято, не знаю, как сейчас, что чем больше опций, тем дороже сама эта страховка. Да? То есть, ну, можно там и от пожара, да, и от ущерба, там, и от тех же сосулек и так далее. Как сейчас обстановка? Значит, есть стандартный пакет каска.
куда почти все входит. Ну, большинство, там есть стандартные исключения, лобовое и так далее, да, то есть есть стандартные. Сейчас чаще всего просто урезают, наоборот, уменьшают, потому что цена большая, запчасти выросли, стоимость полисов выросла, поэтому начинают урезать. То есть, допустим, делают вот франшиза, да, это да, часть суммы, которую страховщик не платит. То есть, условно говоря, вы застраховались с франшизы 30 тысяч рублей, у вас происходит какое-то событие там на 200 тысяч, вот 30 тысяч сами платите, остальное страховая компания. То есть надо самому принять участие в восстановлении автомобиля. Ну, потому что вероятность того, что случится с твоим автомобилем за год, ну, по-хорошему, да, минимальна. Ну, по сути, да. А так ты можешь заплатить маленько, так ты можешь вообще ничего не платить до того, как этот случай не наступит. Да, снизить стоимость полиса. То есть особенно это важно для тех, кто ездит постоянно, у кого большой стаж, нету никаких событий. Он думает, я сейчас сэкономлю, но если что-то произойдет, ну, тогда я уже, грубо говоря, там буду участвовать и доплачу. А если будет незначительное, до 30 тысяч, в случае, если франшиза, то ты полностью сам, можешь не обращаться, нет смысла. Да, да. В этом тоже есть определенный смысл, чтобы лишний раз в страховую компанию не обращаться, поехал в сервис, сам сделал, чаще всего быстрее, дешевле, без разных дополнительных там согласований. Чем пользуются недобросовестные люди, которые вот страхуют автомобили? Ну, наверняка есть какие-то... Да. Лазейки? Лазейки были, и, ну, в смысле, они всегда есть, просто сейчас стало сложнее. Раньше, например, когда по КАСКО платили деньгами, то развелось очень много мошенников, которые брали машины, восстанавливали там как-то там не до конца, да, попадали в искусственную аварию, получали деньги, потом опять как-то эти запчасти перекидывали и так далее. Потом страховые компании перестали деньгами платить, стали только отправлять на ремонт, и это уже стало невыгодно. Ну, если в дилерский центр отправляют, какой смысл мошеннику машину по 100 раз ремонтировать? Хорошо. А сколько вообще занимает процесс от ДТП или какого-то наступления страхового случая до того, как машину можно забрать уже готовую? Сколько период занимает времени? Вот сейчас дольше. То есть раньше стандартно было там, ну, зависит, конечно, от случая, если, условно говоря, небольшое повреждение, покраска бампера, то все согласования там за неделю можно пройти, за следующую неделю покрасить, и все готово. То есть, конечно, по правилам всегда есть ограничение, 25 рабочих дней – это максимальный срок, когда страховая компания получила документы и должна выплатить деньги. Это максимально. Сейчас из-за того, что запчастей нет, ну, бывают проблемы, люди по полгода ждут. Там, влияет как-то стоимость КАСКО на опыт, безаварийность водителя? Или тут это не учитывается по сравнению с ОСАГО, как бывает? Значит, безаварийность по ОСАГО не влияет, а безаварийность по КАСКО, если страховался один год, второй, третий, каждый год эта скидка там накапливается по 5% за год. Ну, то если только у одной страховой компании, нет? Даже если у другой, да, сейчас переходишь в другие, сейчас единая база по КАСКО тоже есть, они смотрят, что убытков не было, скидку применяют. Это за безубыточное страхование. Также за стаж и возраст. То есть, если возраст больше, стаж больше, естественно, стоимость полиса дешевле. Мы сегодня поговорили про добровольное страхование КАСКО, но не стоит забывать, что по улицам ездят недобросовестные автовладельцы, такие которые даже бывают. И не страхуют свою гражданскую ответственность, не говоря уже вот о таких более дорогих позициях. Но мы, Артем, хотим вас поздравить. Да, у вас же праздник совсем скоро, да, буквально через пару дней, день страховщика, поэтому вас и ваших коллег, и всех тех, кто смотрит программу, имеет отношение к этой деятельности, конечно, с наступающим праздником. Вам большое спасибо и до новых встреч.